Приветствую вас, родные и любимые. Вот ни для кого не новость, все знают, что бывает. Полная луна, полнолуние, новая луна, новолуние. Еще много разных бывает четвертей. Но почему-то сейчас, именно в этом году, такое обострение идет, что все ждут какого-то волшебства от любого цикла луны. И это, конечно, правильно, так и надо. У нас есть солнце, у нас есть луна. Они всегда между собой взаимодействуют. И луна дает очень много возможностей. Говорить о значимости полнолуния в жизни человека я не буду. Об этом очень много сказано, что мы состоим на 70% из воды, а луна управляет всеми водными ресурсами, эмоциями. И поэтому это важное событие. Давайте мы сделаем немножко по-другому. Учимся и практикуем. И начинаем мы именно с новолуния в близнецах, которое у нас вот-вот и да нагрянет. Чем отличается простое, мы знаем, новолуние, от того нашего внимания, в каком знаке зодиака именно была наша луна? То есть просто новолуние, это мы все знаем, вот первый день луны, второй, там третий день луны, и она начинает расти. Все вроде бы ничего, все хорошо. На новолуние принято у нас там новые дела начинать, огороды сажать, что-то придумывать, идеи прям записывать одну за другой, денежку закладывать в кошелечек, чтобы денежки росли. И это правильно. Но луна всегда бывает в разных знаках зодиака. Она идет по кругу и меняется. И вот в каком знаке зодиака была луна в момент новолуния, очень много есть нюансов. И причем интересных. И если их знать, а знание – это сила, то мы можем правильно записывать свои желания, правильно мечтать и получать те результаты, которые мы можем получить. Итак, любое событие, которое вы делаете, на новолуние, полнолуние, убывающую, растущую луну, солнце в зените, солнце в закате, неважно. Но если идет разговор о мечтах и формировании желаний, знайте одно. В эти дни обязательно, если вы этому уделили свое внимание, ваше сознание было на это настроено, вам будет дана энергия для того, чтобы сбылось то, о чем вы просите. Есть маленькая поправочка. У вас будет возможность, может быть, это случится. Все условия для этого будут созданы. А получите вы результат или нет, как ни банально, но зависит от нас. Сделали, поверили, начали что-то думать в этом направлении, подняли ли свою задницу, пошли к своей мечте. Вот они, маленькие нюансы. Поэтому действительно нужно каждый день луны или солнца просто любить и радоваться тому, что мы открыли глаза и мы живы. Сегодня это как никогда актуально. Но это о другом. Итак, новолуние. Первые лунные дни всегда считаются важными для начинания. Никогда на новолуние, на растущую луну, вы знаете, чистки не делаются. Ни магические, ни такие глобальные, помещения не чистят. Потому что это считается более чистой такой территорией. Все остальное оставляют на убывающую луну после полнолуния. Вот. Это, кстати, маленькое еще отступление. Несмотря на то, что луну считают женским знаком, для женщин луна – женщина, красота, эмоции. Именно в первые лунные дни с 1 по 3 мужчины, у которых в крови, в геноме есть предрасположенность к психозам, срывам нервным, шизофрении, именно в первые лунные дни они попадают в психиатрическую клинику. Именно в эти лунные дни у них впервые может случиться приступ. Приступ эпилепсии, приступ психоза. Ну, такая маленькая ремарочка. Вот. Чтобы было вам понятно, на простом языке постараюсь вам объяснить следующее. День нашего рождения – это солнце. Но в этот же момент времени луна тоже была в своем дне и в своем знаке зодиака. И вот представляете, не просто по солнцу слить, а вот это все слить,
сколько можно много узнать о самих себе. Мне повезло или нет, не знаю. У меня солнце в Козероге, луна в Козероге. Гремучая такая смесь. Поэтому я могу читать гороскоп для козерогов типичных. А вы обращайте внимание еще и там, где же ваша луна находилась, в каком знаке. И эти качества того знака, они вам в помощь. Возвращаемся к нам. Так сложилось, что у нас сейчас наше новолуние, с которого я начинаю цикл работы все новолуния ближайшего года. Мы будем с вами встречаться и делать работу с собой, над собой учиться и практиковать. Это новолуние у нас в близнецах. Новолуние в близнецах. Что это такое? Первый день Луны. Луна начинает свой цикл именно в близнецах. Давайте возьмем, кто такие близнецы? У вас есть, как, чтобы это было легче, мы же учимся, вспомните всех своих друзей, кто рождены под знаком зодиака близнецы. Вот их характер, вот их суетливость, вот их все время фонтанирование, их IQ, быстро все надо сделать. Но иногда не до конца, не дошлифовано. Вот такие не сидящие на одном месте у нас близнецы. А также и такое качество нам дает новолуние в близнецах, то есть начало лунного цикла в близнецах. Но еще, близнецы у нас отвечают за что? Коммуникация, интернет, журналистика, соцсети все, которые только есть, письма, книги, все, что можно написать или сообщить. Как следствие, это информация. Почему я начала именно с новолуния в близнецах? Объясню. Потому что сегодня самое сильное оружие – это информация. Информация можно поднять людей, дать им жизнь. Информация можно убить человека, не трогая его пальцем. Посеять панику. Инфодемия, вы знаете, сейчас идет очень серьезная. Поэтому для того, чтобы изменить некоторые вещи, укрепить себя и всех вас, кто рядом со мной, я и решила именно с новолуния в близнецах начать новую практику. Учимся и практикуем. Новолуние в близнецах нам дает все, что касается средств массовой информации и коммуникации. Поэтому наши все желания должны нести в себе запрос на получение именно информации. Когда мы владеем информацией, мы можем очень многое все сделать. Например, если бы вам сказали: так, срочно, когда доллар еще был 32, закупай доллары все, которые ты можешь. Через 3 дня доллар взлетит до 65, до 80. Важная информация, ценная информация. Вы бы сделали на пике, когда доллар был там 85, получили бы информацию. Срочно продай эти доллары, они упадут, потом купишь еще. Вы бы сделали. Мы не говорим о деньгах, мы говорим о правильной информации. Поэтому сегодня в это новолуние очень важно научиться выстраиваться так, чтобы получать вовремя нужную информацию, которая нам потом впоследствии принесет и деньги, и хорошие знакомства, и любовь. Поэтому я и написала, мы не говорим сегодня о деньгах, не загадываем желания о любви, мы говорим о правильном информировании нас, нашего сознания. А уж как следствие, дальше мы у себя двигаем и обучаем к тому, что нужно действовать. Понятно все. Вот это и самое важное. Но, тем не менее, возможность будет, возможность есть, условия будут созданы. Мы помним, да, реализация за нами. Но есть маленький нюанс. Для каждого знака зодиака новолуние в близнецах работает по-своему. И загадывать желания нужно тоже немножко свои собственные. Например, овнам необходимо сейчас написать такое желание: хочу обновления окружения. Мне тесно в том кругу, в котором я нахожусь, да? И я хочу новых знакомств, чтобы близкое окружение немножко сменилось, стало более комфортным для меня. Поэтому окружение не родственников мы сейчас имеем в виду, а близкий круг, который становится таким очень жестким и уже скучно. Мы его изучили. Так вот, овнам нужно писать: я хочу расширение близкого окружения. На это вы точно получите энергию. А вот тельцы.
тельцы. Ну, тельцы, неважно. Для них информация – это не уют в доме, не комфорт. Но что важно? Именно тельцам нужно писать желание. Я готов вовремя получать информацию с бирж о повышении акций, там, всяких курсов валют. Хочу получать финансовую информацию для улучшения своего благосостояния. То есть вот у них получится, что они мгновенно и быстро сейчас могут загадать желание на получение информации, связанной именно с финансами. Так что, тельцы, мы с вами дружим. До конца года вы удерживаете весь зодиакальный цикл и круг. Следующее. Идут сами близнецы. Ну, новолуние в близнецах, близнецы, прям все совпадает. А что же им делать? Когда у нас новолуние будет совпадать в знак наш, то тогда однозначно, знаете, это энергия на саморазвитие. Желание связано именно с самопиаром, самопредставлением. Мой медиапортрет, как меня воспринимают люди. Вот вы можете загадать, заказать, пожелать информирование обо мне миру. И вас, близнецы, это получится как никогда хорошо. Ракушки. Вот, конечно же, у меня доченька младшая ракушка. Я бы не очень хотела, чтобы она слышала эту информацию. Но что есть, то есть. Обратно не засунешь. Ракушки, вам сегодня можно желать. Я желаю тайные-тайные знакомства. Неважно, сайте знакомств или где-то. Я хочу любовника, готова его принять. Либо я хочу любви тайной от всех. Ну, минимум можете пожелать себе тайную комнату, в которой я буду отдыхать от всех. Вовремя получить информацию, где такое есть. Следующее. У нас идут львы. Не, ну львы это привыкли, они-то лидеры, пришли на сцену, посмотрели на всех, им похлопали, цветочки положили. И главное, чтобы все зрители ушли. Лев сам будет наслаждаться в том, что происходит. Ну не надо ему ничего, цветы на сцене, деньги в машине. Так вот, это лидеры мои, львы. Смотрите, вы загадываете желания, фактически не свойственные вам. Почему? Потому что вы однозначно пишете «хочу быть в центре внимания». Угу. Но вам необходимо сегодня написать «я готова или готов распространять информацию не только для себя и о себе, но и об общественных каких-то событиях, о каких-то социальных проектах». И тогда это у вас сложится хорошо. И научиться взаимодействовать. Хотя бы просто напишите «я хочу получить информацию», «я хочу быть в потоке», «как взаимодействовать с окружающим миром», «во как сработает». Когда-то ж надо львы начинать взаимодействовать с простым народом-то. Вот. Дальше. У нас идут девы. Девы это девы. Иногда мозг ложечкой так вынесут всем нам. Ну, а что же делать с близнецами? Ну, нормально. Я знаю, даже маму одну деву знаю, у нее сын-близнец. Ну, ужились. Девочки. Девы-девочки, пишите желания любые получать информацию, новые материалы, новые книги, связанные именно с профессиональным ростом, карьерным ростом. Это повышение квалификации, это все, что касается вот именно вас. Ну, дева, ты токарь 5-го разряда, обязательно напиши, хочу быть токарем 6-го разряда. Вовремя не выдайте информацию, где это я могу узнать и сделать. Четко будет сработано. А все, что мы говорим и делаем, это все нам впоследствии принесет же деньги, принесет нам радость, принесет то, что мы будем находиться в комфорте и, как следствие, здоровые, в любви, и все будет получаться. Следующее. Весы. Ну, у меня вторая там доченька, весеночек бегает, гуляет. Весы. Весам очень удачно сейчас новолунием в близнецах выстраивать коммуникацию за границей. Вот вы пишете, хочу расширить круг международных знакомств, делать какие-то договора, связанные именно с продажами через интернет, аккаунты свои развивать для продажи в будущем. Но вначале нужно правильно информировать. И на местечковом уровне это не очень будет получаться. А если это вы сделаете на такие заграничные какие-то выходы за рубеж, то оно будет получаться достаточно хорошо. Скорпиошки. Скорпиошки, по солнцу, конечно, скорпиошки – это отдельный знак, а вот
как луна, даже не луна, а новолуние в близнецах сработает для наших скорпиошек. Скорпионы, пожелайте, пожалуйста, себе вовремя получать информацию из госорганов. То есть бывает же так, что вы едете нормально на машине, никого не трогаете, тут бац, останавливают и говорят, ваши штрафы 3 штуки за полгода, будем забирать права. А вы не получали этой информации. Так если есть такие вот нюансы, обязательно напишите просто сейчас. Вовремя получать информацию из госорганов. Таможня, налоговая, это может быть адвокатура. И на успешное решение всех этих вопросов. А также для того, чтобы визы открыли, там еще что-то сделали. Да, Скорпион, ответственность на вас. Вы снимаете карантин, самоизоляцию. Быстро желаете, чтобы у нас границы открыли, чтобы мы могли ездить куда угодно, и визовые центры все открыли. Это то, что касается Скорпиончиков. Дальше. Новолуние в близнецах для стрельцов. Не, ну стрельцам вообще как-то, знаете, им без разницы, где луна, а тем более, если уж она в их противоположном знаке в близнецах находится, новолуние там какое-то, им без разницы, они же самодостаточные, что хотим, то и творим, наши стрельцы. Что касается стрельцов, на что же вам обратить такое сложное внимание? Я даже это попытаюсь написать. Вы берете осознанно ручку, листик. Слушайте, стрельцы, а ведь у вас самое крутое положение сейчас и самые крутые желания. Оно может быть одно. Загадайте желание о встрече с очень важным человеком в вашей жизни. И неважно, пусть это будет любовь, пусть это будет начальник, опекун. Вот напишите, я готов или готова встретить, получить информацию о самом важном человеке в своей жизни, получить информацию и, главное, встретиться с этим человеком. И мне кажется, ваша жизнь просто закрутится во всех своих красках. Итак, козероги. Для козерогов новолуние в близнецах. А, я ж козерог, да? Ну, для нас, для козерогов, одна дорога к здоровью. Что мы делаем? Мы пишем, чтобы вовремя получать информацию, необходимую о каких-то новых изобретениях, связанных с здоровьем. Это может быть альтернативная медицина, это может быть какие-то спортивные занятия, какие-то, например, мы же ленивые тоже козероги, да? Вот не делать там, все это для нас понятно. Срочно записаться к Вениамину Никоре, к Фатиме Ходуевой на глубинные практики. Во как сработает. Будет замечательно, потому что это самоисцеление. Рейки. Все хорошо. Пишите желание на обучение именно альтернативному способу укрепления своего здоровья. Козерожки, вперед. Кто у нас остается? Водолеюшка? Ну, Водолей, вот воздушный знак, Близнец, воздушный знак. Что они? Они между собой всегда договорятся. Но водолейчики. У вас есть возможность. Знаете, в этой самоизоляции вы, наверное, уже все свои хобби отработали. Вам уже даже не знаете, за что хвататься, что делать. Картину написали, там дому там разрисовали или еще что-то сделали. Короче, водолеечки, берите и пишите. Хочу получить там новую информацию для того, чтобы создать новое хобби. Любое новое хобби, любое новое увлечение, которое вы закажете в новолуние в близнецах, у вас будет срабатывать великолепно. Поэтому вам вперед и, как говорится, с песней. Рыбки. Рыбки – это моя мама. Рыбки, напишите, чтобы для себя желание, чтобы вовремя получать звонки, письма от своих близких и родных, которые живут далеко, от родственников. Те, кто не может с кем-то связаться, напишите, у вас это получится. А также, рыбоньки, солнышки мои, вы великолепно можете, если вам нужен дома дизайн, если вам нужен дома ремонт, написать для себя, хочу получить информацию, где я могу найти хороших, недорогих дизайнеров. Все, что касается перестановки, переоформления дома. Для вас это только начало, и будет все хорошо.
Ну вот, по знакам зодиака мы пробежались, о желаниях, которые вы можете конкретно относительно своего знака зодиака пожелать, тоже сделали. Дальше понимаем, что это не один день работает, а 3 дня у нас новолуние, переходящее одно из другого. Можно это повторить 3 дня подряд. И следующий момент. Когда вы записываете, не забывайте, что вы пожелали. Хотя бы сделайте себе папочку своих желаний, которые будете на листиках писать. В течение года мы их много будем писать. И собирайте. А потом в один момент мы это все сожжем и увидим наши собственные результаты. Итак, вперед из песни. Начинаем. Начинаем именно строить свою собственную жизнь. Кстати, следующее новолуние мы будем отмечать немножко по-особенному. Но не забывайте, мы отмечаем день 21-22 июня. До этого дня я вам напишу, что вам нужно будет. Вам обязательно нужно будет закупить всех благовоний по одной штуке. Потому что мы будем сделать круг из восьмиконечной звезды. Мы же готовимся, мы учимся. Я вас люблю, целую.